того, я вам хочу сказать одну очень важную вещь, чтобы вы понимали, о чем мы его завтра продадим за 2-2,5 миллиона. Садись. Просто так, как за место? С чем, Леонид Михайлович? У меня программа очень серьезная, и мне надо как бы сегодня уже кричать. Останутся они без сахара. Мало того, ввели НДС в Россию 20%. Это тоже проблема. И мы можем сахар не продать. А у него было сообщение, что это не повлияло на обороты. Нет, очень много. Это классный завод, на самом деле. Предложим, останется, не дай бог, в интересах клиентов. Да, тут такой залог только... Да у меня сейчас трое с телефонов готовы будут выехать завтра с 2 миллионами гривен и его купить. Ну, что будет наш знакомый. Вадик говорит, красная цена... 2 миллиона даю. Да. Это значит, в душе он знает, что Вадик стоит после лет выбрал все наши клиенты. Все наши клиенты, пока его свиньи. На самом деле, это тема. Все, я закончил эту тему. Присаживайся. Все? Да. Все, садись на место. Я не понял. Еще у нас одна проблема. Пока. Я бы хотел поднять. Тоже по вопросу кредитования. Значит, у нас на словном делении есть клиент МЧП Круиз. Все кредитное дело готово. Все документы, никаких замечаний нет. Это просто изба. Почему? Есть дело, докладываю. Только сегодня уже. Нет, так я докладываю. Нет, так... дело есть том, дело, докладываю. Нет дела. На общих словах я говорить не хочу. Что? Можно? Да. Все равно ходил после совещания к вам. Не, только уже я же не могу всех держать. Нет, я 5 минут буквально. Это тот клиент, который у нас просил 5 миллионов долларов, потом до 3. Я ему сейчас говорю, давайте начнем работать, миллион начнем. Да. Вот. Он согласен начать с нами работать, мы узнаем его. Он узнает нас. Да, я его хорошо знаю. Он 2 года тюрьмы сидел, а я... Нет, ну у него прибыль за прошлый год 600 миллионов. Нет, это правда. Вот. Оборот за 7 месяцев миллиард. Ребят, не будем трогать, это не касается как бы нашей с вами темы. Я вот вам скажу по вашему кредиту, послушайте меня, смотрите. И скажу по кредиту, который предложил Андрей Ливанович, который является одним из выдающихся наших директоров. И я думаю, что в этом месяце ты уже за 30 тысяч зарплаты выйдешь или наконец. Я в это верю и буду делать все возможное. Не, ну, в прошлом месяце 2-4. Ты был на первом месте или на втором, я не помню. На третьем. Да. То есть один из выдающихся наших директоров. Но, не понимаю. И я хочу, чтобы вы понимали. Да? Вопросы. Вот мы сегодня являемся убогими по части кредитования разных субъектов предпринимательской деятельности. Потому что мы выдаем самые банальные кредиты. Смотрим в глаза клиенту, видим, что он давно работает, и даем ему овердрафт. И овердрафты у нас постепенно вытесняют все остальные. Без залога. Просто за уважение. Потому что говорим он, старик, ты 5 лет уже работаешь, ты достойный человек. У тебя нормальная кредитная история. Вот. Или даем ему, когда он овердрафт превышает, даем ему под залог. То есть мы работаем плохо, но лучше других банков. Потому что они и овердрафтов не знают. И не понимает, что такое доверие клиенту, и не в состоянии проникнуть вглубь, ну, посмотреть, чем он как бы дышит. Значит, мы станем, да, ну, кроме того, мы разработали еще несколько видов кредитования благодаря ИРН, где мы выдающиеся. Первые начали кредитовать под жилье, эта программа идет. Сейчас мы начали кредитовать под потребительское кредитование, и эта программа пойдет. И мы великие, потому что всего 2 банка или 3 этим занимаются. Сейчас мы еще, там, ну у нас там 5-6-7 программ, которые ломбардное кредитование. И наше величие именно в том и заключается, что мы вторглись в новую сферу, еще неизведанную другим. Но остается Клондайк, который я, конечно, с вами, поскольку молоко на губах не обсохло, да, я его не пройду. Этот Клондайк. Почему? Потому что вы в основном не способны въехать в крупные проекты, которые мы можем кредитовать. Если вы посмотрите идеологию кредитования у Натальи Борисовны, которую я надиктовал, мы станем великие тогда, когда мы разобьем сектора экономики. Нефть, газ, это вас касается по газу, сельское хозяйство, разделим сельское хозяйство на такое, легкую промышленность. Под это я планировал брать министров, и вы можете к себе заместителя брать. Я готов давать зарплату. Просто как информационный источник. Поскольку у нас с министрами уже только дворники,
не работали, их там гоняют как собак ежедневно, да? Там многие бродят, всякие начальники главных управлений. Они ноль по сравнению с вами, как менеджер. Но они носители сумасшедшей информации. Они знают, какой птичник, если это человек, работавший в направлении птичников, да, он знает, какие рентабельные, какие проблемы, когда эта птица дохнет. Или, ну, но это тема для великого человека. Потому что надо брать литературу и въезжать к темам по полной программе. И если, допустим, мы завтра, а мы завтра будем это делать, у вас у кого-то, я увижу, прорежется интерес, как у Андрея Ивановича, например, к сельскому хозяйству и к этому, к сахарным заводам, я готов дальше под него создавать структуру и вступать к ним в дискуссии. Потому что если бы я въехал в этот завод, я бы выдал. Потому что я бы, если бы вам докладывал, то я бы дошел бы до самой глубины. Я бы вам доложил цифры. И сколько бы лекарств гнило за последние 10 лет. Да? И куда он продается. Вот. И доехал бы до контрактов с этими всеми колхозами и поговорил бы с ними, почему именно сюда они повезут эту, ну, эту сахарную свеклу. Да? И знал бы всю конъюнктуру рынка. Да? И полностью владел бы их бизнесом. Потому что для того, чтобы мы вторглись в крупную нишу кредитования, ну, например, если бы мы вторглись в нефть, то там мы же сегодня нуждаемся только в одном. Нам надо куда-то выдавать кредит. А мы не можем пропихнуть, потому что мы пока нулевые. А вот банки российские, они проходили да, эту тему. И они брали начальниками отделов министров. И, например, отдел энергетики, да, электроэнергии. И поехали въезжать в эту тему. Берут министра и начинают накапливать информацию, под что можно дать кредит. И мы с Татьяной, кстати, Георгиевной, впервые в истории Украины